Обнажили души перед зрителями и экспертным жюри. Артисты культурно-досугового центра «Октябрь» стали лауреатами первого отборочного тура фестиваля военно-патриотической песни «Дмитриевская суббота в Югре». Проникновенные композиции, вокальные переливы, эмоции, овации. Всего в конкурсе приняло участие более 20 коллективов. О том, как жителям Ханты-Мансийска удалось завоевать признание публики и получить главный приз, расскажет наш корреспондент. Патриотические композиции в исполнении профессиональных артистов фольклорного ансамбля «Просковея» не оставили равнодушными жюри отборочного этапа молодежного фестиваля «Дмитриевская суббота». Коллектив стал лауреатом престижного конкурса. Наверное, просто смогли передать этот смысл. Видно было, что мы поем, наверное, с душою, отдавая до последнего, скажем, все. И, наверное, гармонично очень смотрелись на сцене, то есть вокально очень профессионально. Может быть, как-то. Участие в фестивале приняли несколько десятков артистов Ханты-Мансийска и района. В числе призеров оказался и воспитанник концертно-досугового центра «Октябрь» Даниэль Хамидов. Молодой человек покорил зрителей лирической композицией под названием «Ты помни». Вообще я по натуре лирик и люблю лирические песни, да, и в репертуаре их больше количество, нежели других песен. Она мне очень понравилась в плане своей подачи, в плане текста, смысла, и мне было очень удобно ее раскрыть, подать зрителю, подать жюри, и, в общем, именно поэтому я выбрал эту песню. Занять призовое место в молодежном фестивале солистки народного самодеятельного ансамбля «Хор русской песни «Раздолье» Ольги Круговых помог жизненный опыт и любовь к дочери. Бывает такой момент, выходишь на сцену, да, и непроизвольно перед человеком, кто это исполняет, ну, у меня, по крайней мере, да, встает образ. Когда вот конкурс о маме, встает мама в образе. Когда конкурсы вот такие вот, когда про ребенка поешь, или вот, как, например, на Дмитриевской субботе, я почему-то там про сына, я дочь свою представляла. Это очень большое вдохновение, на самом деле, ребенок очень помогает. В ближайшее время призеры и лауреаты отборочного этапа покажут свои таланты на окружном конкурсе военно-патриотической песни «Дмитриевская суббота», который состоится в Ханты-Мансийске. Виктория Редькина, Станислав Богомазов, телевидение Ханты-Мансийска.